Диспетчерский центр Зангиландского международного аэропорта полностью оснащен автоматизированными системами управления воздушного движения и авиационной связи. Об этом рассказал СМИ директор нового аэропорта в Зангилане Вюгар Гасанов. Он подчеркнул, что протяженность асфальтобетонной взлетно-посадочной полосы воздушной гавани составляет 3000 метров при ширине в 60 метров. Это позволяет аэропорту принимать широкофюзеляжные самолеты. Площадь перрона в то же время аэропорта составляет 60 тысяч квадратных метров. Это полностью соответствует требованиям к полетам по стандартам международных авиарегуляторов. Площадь здания терминала аэропорта достигает 5000 квадратных метров, как принято по современным мировым нормам. При этом пропускная способность терминала рассчитана на 200 пассажиров в час. Он обустроен VIP-залом, кафе, медпунктом и офисными комнатами.